С вами я, Тимур, и вы на канале Тимулит Обзор Игр. Итак, сегодня я первый раз буду играть в версию Minecraft 1.19. Вот, и посмотрим с вами, что тут у нас нового появилось в этой версии. Да, давайте новый мир сделаем. Посмотрим, что здесь нового появилось. И вот... Давайте запускаем с вами. Картинка сама в меню поменялась. Вот сзади новые деревья. Вот такие вот там. Ну, сейчас мы с вами все посмотрим. Давай. Генерация ландшафта. Так, давай быстрее загружай. Я знаю, там есть вардены, всякие вот эти вот блоки варденов. Ну и еще там разное есть. Я не знаю, сейчас посмотрим с вами вместе. Кто знает, уже игра на такой версии, пишите в комментариях мне. Вот. Так. Посмотрим. Ну, давайте возьмем все вещи новые, которые тут есть. Так, вот такая вот. Еще новая какая-то. Что еще тут новое есть? Ну, здесь ничего. Здесь вот эти вот блоки какие-то новые. Так, здесь вот такой вот компас. Непонятный. Рога. Ого, а сколько их? Так, сейчас мы вот эти вот рога сюда поместим, чтобы все поместилось нам. Так, так. Да, вот все. Так, что еще есть? Вот эти вот еще, но мы потом посмотрим. Так, это что у нас? Фрагмент диска. О, ого. Так, дальше осколок эха. Дальше утрамбованная грязь. Вот так вот. И вот такой вот звук у нее. Прикольный. Дальше глина битые кирпичи. Ну, почти такой же звук. Дальше компас, вот такой компас восстановления, это что, я не знаю. Ладно, потом посмотрим. Рок. Давайте потише сделаем. Вообще звучит, конечно. А, разные звуки у рогов, понятно. Я думаю, не так громко будет. Угу. И вот этот. Ну, прикольно. Так, теперь берем врага. Вот эти вот, которые еще здесь находятся. Так, посмотрим, как они звучат. Не смешно, конечно, немного звук. Ну, ладно. Так. Это обычный, когда рейд наступает. Гудят в эти. О, этот прикольный. Когда гудят вот эти вот разрушители и разорители. Вылок этот. Это тоже прикольный такой. Так, что еще тут новое появилось? Посмотрим. Броня нет? Нет. Так. А, точно, вот эти вот блоки. Так, вот какие-то светильники. Это что-то лягушачий экран. Так, вот это вот новое. Что еще новое? Ну, вот эти вот разные. Так. Так. Вот лампы. Зеленый лягушачий свет. Это лягушечный?
они ставятся почти как будто это... звук почти как будто ставишь этот с нижнего блок дальше. Лягушачья икра. Ее нельзя поставить. Может где-то можно, но здесь нельзя. Манговые корни. Ну это, наверное, вот это новое дерево, которое здесь. Грязные манговые корни. Ага. Значит, в земле такие они. Ну, звук почти одинаковый стали мне. Дальше скалк. Скалк. Вот такой вот. Дальше. Скалковый катализатор. Я знаю, вот если какого-то вот здесь поместить моба и его ударить, то распространится вот это вот. А, или убить надо. Наверное, убить. Сейчас посмотрим. Ну, давайте курицу. А. А. Ладно, берем тогда меч. Зритовый возьмем. А, ну да-да-да, он распространяется, когда убивать кого-то. Вот. Вот так вот. Вот. Я был прав, значит. Ой, какой-то баг произошел. Вот. Вот так вот. Так. Теперь это все убираем. Так, это что еще тут? Ну, тут еще есть вот такие вот. Так. Это вот что у нас? Скалковый крикун. А вот я знаю, если что-то будет, то он какой-то эффект может сделать тебе. Непонятный эффект. Ну, такой вот расплывчатый там как будто. Вот. Ну, я не знаю, что он делает. Крикун. Этот эффект у меня. Ладно. Ну, ребят, я первый раз играю, поэтому вот я не знаю, что тут, как, да как. Так, вот это вот что у нас? Скалковая жила. Она как раз вот находится, когда распространяется вот это вот. Дальше. Акустический датчик. А, это датчик звука вот такой вот. Ваденский. Ага. А что если мы попробуем подключить эту красную пыль? Ух ты, она заработала. Прикольно так. Так, ладно. Что еще тут есть нового? О, мобы точно. Так. Смотрите, ну это, наверное, Ваден, спешик, лягушка, головастик. О, вот это вот тоже новый. Так. Вот. Усиленный глубинный сканец. Ой, сланец. Да, глубинный сланец. Какой-то звук. Я понял, это усиление звука для вот этого вот. Угу. Понятно. Или нет, я не знаю, что это такое. Ладно, переходим к мобам. Итак. Ко мне сейчас идет. А, нет, не ко мне. Какая-то свинья, там его позвал. Куча звуков. Мучит прям. Сильно убил. Ну-ка, за сколько ударов я его убью назаритовым мечом. А, не считал. Ладно. Попробуем Не умирай, говорю. Ну что ты хочешь умирать-то? Решишь. Не умирай, говорю тебе.
все убил. Только хотел уходить уже и убил. Так, спешек какой-то. Ну, а, это вот этот вот синий, да? Его можно предмет дать какой-нибудь. Ручку и... Ой, извини. Ну, дать спешику предмет. Давай, еще куда ты летишь? О, у него теперь меч. Класс. И что он будет делать, я не знаю. Ладно. Так, лягушка. Угу. О, это прям как жаба выглядит какая-то, а не лягушка. О. Звучит как лягушка. Так, теперь о, давайте сделаем день. Так. Ну. Так, головастик. Чё, не спавнится? Странно. А, может, его в воде надо? Да. О, наверное, это головастик лягушки, да? А почему здесь спавнится? А чё там не спавнится? А, вот, всё, они заспавнились. Всё, баг какой-то произошел. Прыгают так, когда их спавнишь. А чё они? Опять, что ли? Я же не спавню. О, прям прыгают так. Ну ладно. Так, тут больше ничего нет у нас нового. Так. Нового ничего нету. Ну. По-моему, ничего нету. Да. Все. Или... А, пластинка новая появилась. А, у меня музыка не включена, поэтому я не смогу ее послушать. А, да. Так. Да, не смогу ее послушать. А, нет, смогу. Или как? Не понимаю. Ну, что-то и играет, или... Нет, не знаю. Не знаю. А, ну это вот такое вот, просто звуки какие-то. Или это не... Это я не из пластинки, не знаю. Так, ладно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте звонить в колокольчики. И всем пока-пока.